Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на экскурсии в очень страшном месте, в тюрьме Алькатрас. Эта тюрьма находится на отдельном острове, сюда привозили самых опасных преступников США. Говорят нам наши мудрецы, что человек, который не знает ничего про Бога и не соблюдает его заповеди, он похож на того, кто находится в тюрьме. Свободным Тора называет лишь того, кто знает про Бога, про своего Творца, который служит ему, который знает, что материальный мир – это очень короткий промежуток времени, и все мы движемся в грядущий, настоящий, вечный мир. Кто ушел от Бога, свободным называться не может. В Рош ха-Шана мы снова делаем Всевышнего Творцом, Творцом этого мира и хозяином нашей жизни. Тем самым мы становимся свободными именно в Рош ха-Шана.